вот все ближе и ближе. Вот, например, надо задуматься о том, как красиво сервировать праздничный стол. Ты уже знаешь? Абсолютно согласна. Я пока еще не знаю. Вопросом этим не задавалась. Но главное, думаю, уместить на нем побольше блюд. Ну да, это важно. Я спорить не буду. Но если вы хотите произвести впечатление, нужно знать маленькие хитрости. Доброе утро, дорогие телезрители. Я Гаяна Ибраева. И сегодня я вам покажу, как можно из самых простых подручных материалов сделать необыкновенный подсвечник. Для этого нам необходимо взять бокал, причем любой бокал подойдет. В данном случае у меня такой винный бокал. И искусственный снег. Вместо искусственного снега спокойно можно экспериментировать и сделать, например, из риса обычного, или из соли, или из сахара, чтобы был сладкий Новый год. И вот таким образом закладываю вот в эту емкость. Дальше. Что мы сделаем? Тоже можно экспериментировать. У меня такая елочка, ель. И я это сейчас все вмещу прямо в бокал. Займет это у вас ровно одну минуту. А будет удовольствие и радости огромное количество. Теперь шишка. Обычная шишка. Вот посмотрите, теперь уже даже вот в таком виде это очень красиво. Но я продолжу эксперимент. Теперь я беру обычный скотч, который у нас есть дома. И что я делаю? Да, правильно, я хочу закрыть таким образом, чтобы была возможность это все перевернуть. Так, еще нужно. Еще один. Плотненько. Вот здесь вот надо обязательно плотно закрыть. Посмотрите, что у меня получилось. Пока это выглядит вот так. Теперь вуаля, переворачиваю. И вот так вот красиво все выглядит. Теперь берем свечку, зажигаем. И вот таким образом создаем новогоднее настроение. Всем хорошего дня!